31 декабря в парке культуры, спорта и отдыха Ларисы Лазутиной пройдет традиционная манжосовская лыжная гонка, которая является одним из старейших спортивно-массовых мероприятий региона. Ожидается, что в соревнованиях примут участие 500 человек. Число участников вновь ограничено из-за пандемии. Раньше в забегах участвовали до 3000 человек. В этом году регистрация на участие продлилась всего 23 минуты. За это время разобрали все слоты.